Не смотрите на мой красный нос, холодает, но в душе тепло. Впереди праздничные семейные вечера и вкусные посиделки. И я точно знаю, что будет на вашем новогоднем и праздничном столе. Это утка, но не простая жареная, как все привыкли, а утка копченая на вишневых щепках. Очень вкусная утка, сказка. А еще эта утка принесет в ваш дом изобилие. Сейчас все расскажем. Кауфбай предлагает праздникам фермерскую утку. Утка большая, 2 килограмма. Утка горячего копчения на вишневых щепках. У меня только от одной фразы «копченая утка» уже текут слюнки. Я тебя понимаю. Уток к празднику вырастили в легендарном Вайсенхоф. Если утка из Вайсенхоф, это значит самая лучшая утка в мире. Вы только представьте, наши утки дышали свежим воздухом, слушали классическую музыку и ели очень вкусно. Зерно, траву, овощи и фрукты. Значит, мясо нежное и невероятно вкусное. Очень сочное. Такое королевское мясо коптить мы будем в королевских условиях. По старинному рецепту, с использованием уникального набора пряностей и исключительно на вишневых щепках. Так мясо теряет влагу и пропитывается ароматным жиром и дымком, сохраняя максимум вкуса и пользы. Сразу после копчения отправляем утку в вакуум, чтобы доставить вам свежайший продукт. Дымный аромат и янтарная корочка. Наша утка тает во рту. Была пробная партия. Скажу вам так. Вау! 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 Вкуснее утки я не ела. Уток мы будем коптить к 11 декабря. И сразу после начнем отправлять вам. Чтобы свою утку к праздникам получить, нужно обязательно заказать прямо сейчас. Звоните. Спешите. Утки изобилия должны быть на каждом столе. Про изобилие не просто так говорю. Кое-что узнала у хранителей традиции ансамбля ВИР. Наши предки считали, что утка на столе – это праздник в доме. А если ее подать еще целую, да с солением, это признак достатка. Еще примета есть. Увидишь утку – жди удачу. А если пара уточек – любовь тебя настигнет. А моя бабушка очень часто говорила: утка да рыба – божья дань. А еще бабушка говорила, что уточка в Рождество оберегает семейный очаг и бережет семью от невзгод. Мы, кстати, в детстве тоже уток и коптили, и вялили. Ой, как мы ждали этих уток к празднику! И даже песни про уток пели. А утки зря-зря-зря кричали кря-кря-кря. Девчонки, помогайте! Старичонка, милая девчонка, я приходил к тебе издалека, а утки кря-кря-кря кричали зря-зря-зря. Ты ходишь к этим берегам, а утки кря-кря-кря кричали, парень, зря. Ты ходишь к этим берегам. Вы тоже запоете, как только нашу копченую утку попробуете. На пути к изобильной жизни нужно использовать все возможности. Поэтому я уже в листке предзаписи, и мои соседи, и мои друзья, и мои родственники на копченую уточку. И мне две. Одной, боюсь, не хватит. Семья у меня большая. Ох, чувствую ажиотаж. И добавлю масло в огонь. Вернее, соуса к утке. Каждой утке Кауфбай отправит в подарок брусничный соус 4 перца. Это самый лучший соус к утке. Мы попробовали 37 вариантов и выбрали один. Он идеальный. Уток будем коптить к 11 декабря и сразу после начнем отправлять вам. Чтобы свою утку к праздникам получить, нужно обязательно заказать прямо сейчас. Звоните скорее, закажите нежную и душистую копченую утку к праздникам. И про соус брусничный в подарок 4 перца не забудьте. Продолжайте традиции наших предков. Устройте роскошный пир для ваших родных и близких. Позаботьтесь о достатке и изобилии в новом году.